37-летняя Анна Седокова пережила неприятные моменты во время баскетбольного матча. Поп-звезда вступила в конфликт с фанатами ЦСКА. Бывшая солистка группы «Виагра» в последнее время часто бывает на матчах баскетбольной команды «Химки» в подмосковных Мытищах. Анна поддерживает своего бойфренда, 27-летнего Яниса Тиму. Сегодня певица рассказала об инциденте, который произошел в начале игры команды ее любимого мужчины с московскими армейцами. Исполнительница хита «Алые губы» заявила, что пьяные болельщики ЦСКА сели возле нее на место, которые были забронированы ее друзьями. От них очень несло алкоголем, они вели себя агрессивно и были фанаты противоположной команды. «Я сидела одна, друзья еще не подошли. Не могли бы вы, пожалуйста, пересесть?» – попросила я. «Когда захотим, тогда и пересядем», – понеслось мне в ответ, – пожаловалась Седокова. Секс-бомба сообщила, что Тима увидел агрессивных мужчин возле нее. Однако у спортсмена не было возможности защитить любимую женщину. «Я видела, как Янис на паркете волнуется, что рядом со мной чужие люди, и не хотела его волновать перед игрой», — пояснила Анна. «И тут в ответ мне: ты слишком много на себя берешь. Я буду тут сидеть», — я сказал. И агрессивный, хорошо выпивший мужик начал кричать на меня и проявлять агрессию. Артистка обратилась за помощью к сотруднику клуба «Химки». Тот вынудил пьяных фанатов отстать от Седоковой. Мужчины пересели на несколько рядов выше, и опять не на свои места. И всю игру кричали какие-то грубости, отметила певица. Анна задала вопросом своим поклонникам в Инстаграм, как отвечать на грубость, наглость и хамство. «Надо было Янису им набить морду», — посоветовала одна из подписчиц. «У него только началась игра. Думаю, не самое подходящее время», — ответила ей Седокова. Поединок закончился поражением команды Яниса, 69-78. Анна показала, как утешила бойфренда в постели. Недавно Седокова рассекретила главную прелесть утреннего секса и резко высказалась о содержанках.